Всем огромный привет! В сегодняшнем видео будет распаковка, заказ Faberlic. Я его очень сильно ждала. Вы не поверите, знаете почему? Потому что у нас закончились все дезодоранты. Вообще, сама по себе посылочка небольшая. Но здесь было самое такое важное, необходимое. Короче, вот такой вот. Я прям всем советую, рекомендую его, потому что, во-первых, он прекрасно справляется с задачей антиперспиранта. И плюс к этому он просто восхитительно пахнет настоящим персиком. Прям вот без химозы, прям самым-самым настоящим персиком. Это что-то вообще нереальное. И мы вместе с мужем пользуемся ими с большим удовольствием. Также заказала из этой же серии молочные протеины и молоко. Это та же самая серия. Я просто когда увидела, потому что одно время они вообще пропадали, и вот этого дезодоранта довольно продолжительное время просто не было. Я не могла его заказать. Такой нежный, ненавязчивый, такой действительно молочный, немножечко сливочный аромат. Я когда увидела, что эта серия появилась, вот это La Creme, я решила, что она у нас точно должна быть. Дальше, это еще не все с дезодорантами, я их заказала всего 3 штуки. И еще соком инжира и молочными протеинами вот такой. Но мне, конечно, безумно хочется его понюхать. Тоже фруктовый, классный. Не знаю, как насчет инжира, мне кажется, немножечко виноградом пахнет. Короче, они очень классные. Очень классно, если вы любите дезодорант, чтобы, имел аромат, то прям вот они класс. Я сейчас пользуюсь вот такой пенкой для умывания, она мне заканчивается, то есть там вот буквально прям на последнем издыхании, но немножечко она мне все-таки не подошла, потому что она кислородная, и она слишком хорошо очищает. А так как я в последнее время очень редко пользуюсь косметикой, то есть мне, собственно, как бы, не надо прям очень сильно отшкрябывать свою кожу каждый день, и все-таки для моей кожи она у меня довольно чувствительная в некоторых местах, вот в основном там носогубка, да, вот где-то рядом с губами, она у меня сохнет, и получается, что именно вот за счет того, что он кислородный, да, он как немножечко как пилинг, возможно, действует, и вот эти вот места у меня сохнут, поэтому она классная, если у вас жирная кожа, я уверена, что вам подойдет, но, к сожалению, моей коже не подошла, и я повторила заказ с прошлого раза, эта пенка, это нежная пенка для умывания, Айсиул, и вот эта пенка, она меня вот настолько просто покорила, пока мне нужно немножечко восстановить кожу моего лица, то я все-таки возьму то, что точно мне подойдет. Если у вас чувствительная кожа, если у вас комбинированная кожа, то вот эта вот пенка вам обязательно подойдет. Хватает ее надолго, прям действительно прям нежная, классная пенка, которая удаляет даже легкий макияж. То есть стойкий не уберет, но легкий макияж вполне себе, как бы, с ним она справится. Потом, когда я уже кожу свою восстановлю, так скажем, да, с тем средством, которое мне подходит, я еще взяла на пробу крем-пенка для деликатного умывания, Renovage, вот такая вот, так вот она выглядит, тоже это вот специально прям для чувствительной кожи, смывает макияж лица и глаз, ощущение чистоты, комфорта, свежести, короче, посмотрим. Кстати, по цене очень даже хорошая. Вот, я, честно говоря, вообще в последнее время у меня столько любимчиков появилось на Faberlic, что я уже даже не хочу куда-то в косметические магазины ходить и что-то другое искать, потому что, довольно тяжело на самом деле вот так вот взять и найти косметику, которая тебе действительно будет помогать, действительно будет тебе, во-первых, подходить, это очень-очень важно. Вот, кстати говоря, я всегда заказываю как консультант. Я там зарегистрировалась как консультант, я сама не работаю консультантом, я не работаю в Faberlic, я все это заказываю себе, своим родственникам, вот, и получается намного дешевле. Оставляю вам цены, да, по какой цене вы можете заказать, например, у консультанта, и, например, по какой цене заказываю я. Это очень удобно, регистрация очень быстрая, вот, но единственное, что ко мне тоже обращались, типа, Аня, вот подскажи, что там, как вообще, я говорю, а я даже не знаю, что говорить, потому что я не работаю в Faberlic, я не знаю, вот, и если вы будете регистрироваться как консультант, то если вдруг у вас будут какие-то вопросы, на сайте Faberlic вы можете задать вопрос в поддержку, и вас там проконсультируют, вам все расскажут, в общем, поэтому как бы ничего страшного там нет, если вы хотите работать в Faberlic или вы просто хотите, как я, для себя заказывать. Из новиночек я заказала такую, это антибактериальная, двухсторонняя, с антибактериальным эффектом такая губка, мне важен именно вот этот вот слой, который пожестче. Сейчас мы ее посмотрим.
Я ее еще не пробовала, я никогда ее не заказывала. Здесь такой слой, он очень-очень мягкий, это прям такая микрофибра. И здесь такая она прям пожестче. Ее можно использовать и для посуды, и для поверхностей, а в общем для чего угодно. Короче, штука классная. Что из того, что купила себе, это два кухонных полотенца. И причем в такой уже тематике весенний, солнечный лук, вот такой вот. Вы знаете, раньше я показывала вам, что покупала в Икее полотенчики вот эти вот, да, они по 10 штук, по-моему, продавались. Но как бы взять их теперь негде, да и как бы и вообще и не надо, все, закрылись и не надо, и как бы... Проживем без них, у нас есть прекрасные другие магазины, в том числе Фаберлик. Вот такое вот кухонное полотенчико. И самое важное, это то, что есть петелька. То есть вы ее вешаете, готовите, моете руки, быстро ополаскиваете. Классно, оно белое, светлое, потому что те полотенчики у нас всегда белые висят. Вот, ну и вот, такое разнообразие. Я взяла сразу две на смену. Одно стирается, одно висит. Самое главное вообще, ради чего я делал себе весь этот заказ, это подарки на 8 марта, которые я подарю не 8 марта. Но это уже как бы понятно. Бабушке я заказала вот такой вот парфюмированная вода, парфюмерная для женщин, изготовленная во Франции, эксклюзивно для Фаберлик. Выглядит вот так. И здесь оставлю фотографию, как это все выглядит, какой флакончик, какие ноты, потому что бабушка очень любит ароматы, и я ее всячески в этом поддерживаю. Папе я, когда заказываю сразу несколько, почему папе на 8 марта, да, потому что у меня папа, у него день рождения 8 марта, как и у моей родной сестры, тоже день рождения 8 марта, вот так вот они родились. И для папы я заказала два аромата. Я хотела взять еще один, но уже просто, я думаю, как-то, наверное, многовато в следующий раз. Это туалетная вода для мужчин, парфюмерная композиция, тоже из Франции. Выглядят они вот так. Здесь тоже оставлю, как это все выглядит. Я, ну, естественно, вскрывать не буду. И вот это вот туалетная вода, а вот это уже парфюмерная, это Eau de Parfum. И вот это выглядит просто бомбически, то есть это такой прям мужской под барбершоп такой, да, то есть вообще в Фаберлике есть довольно большая такая серия для мужчин, сделана вот в таком вот стиле. Действительно очень красиво, классно. Короче, все. Вот такой вот заказ у меня получился. Пишите, если вам понравилось, пишите, что вы пробовали из этого, и вообще, что думаете про Фаберлик. Я вот их некоторую продукцию действительно очень люблю и просто из раза в раз покупаю. Stairs, yeah. Floor creaks beneath my feet.